Всем привет! Меня зовут Блэк. И сегодня я вам расскажу, как я живу, все такое. Больше всех люблю вот эту игрушку. Вот это моя любимая игрушка. Но не самая любимая. Есть еще лучшие игрушки. Под кроватью первая, посмотрите. Вот первая красная. Она моя самая любимая, она самая последняя, моя новая самая. Потому что в ней можно жить еду, а когда я ее трясу, мне выпадают вкусняшки. Это моя другая, она перед той была. Красная. Моя зеленая любимая, я ее обожаю. Я ее... Вот его рецепт указывает с ней башенку, как ее вмять, потом держать лапами дока. Она станет башенкой. Я обожаю башенки из этих игрушек. Знаешь, у меня там есть косточка. И там желтенькая. И есть черный мячик. Но его пока что нельзя использовать. Потому что сейчас вечер. Поэтому нельзя часто у меня вечером играть с мячиком. Но это я буду с вами сейчас. Я буду гулять. Вот кровать моей затяжной. Снизу младшая, сверху старшая. Я обожаю что-то неполезное кушать с пола или на кухне. Я не могу выйти из этой двери. Когда она открывается, мне сразу же закрывают. Поэтому я не хочу. Поэтому я не могу туда пойти. Вот так, это первое. У меня там все стоит, там, сзади. И стулья, это, и сейчас я вам покажу все. Но мне очень хочется там быть, но я не могу. Тоже иногда. Вот как я выполняю команды. Молодец. Ой, меня гладят по шею, когда мне гладят. Но все равно сижу для дела. Я не люблю, когда на меня игрушки летят. Хотя сами игрушки я люблю. Вот видите, как я люблю эту игрушку, косточку. Самая первая моя игрушка. Самая первая была в школе. Знаете, я всегда с ней играл. Только теперь ее невозможно достать. Хотя, возможно, но я не могу достать. Все, досталось. Вау, вот моя игрушечка. Вот еще одна игрушечка. Я уже всех из этих тысяч сейчас люблю вот эту. А, кстати, мячик у меня черный такой небольшой. Я обожаю такие игрушки все. Поэтому советую всем собакам ставить лайк, подписываться на мой канал и покупать такие игрушки и мячик. Сейчас вам покажу мячик. Мячик он у меня черный, обычный, но зато веселый. Вот мячик. Вот мой мячик. Он такой черненький, красивенький. Ну, мне его нельзя сейчас отрубать, мне надо другими. А это будет взять, нельзя трогать. Ой. И вот я такой... О! Хочу, чтобы мне бросили игрушку. Мне бросили игрушку. Давайте, раз, два, три. Хоп! О, ну там... Не, лучше я не пойду. Пойду, нет. У меня же есть рука. Я больше не уйду. Но она там. Может, там куда-то есть. Может, там. Я такой веселый. Веселый очень. Хотите, я вас поцелую? Хотите, я вас поцелую? Хотите? Не хотите? Я пока залезу туда и попытаюсь. И
Я боюсь, что клетка сломается, лучше бы я... Боюсь. Как же так аккуратно. О, сейчас так... Ну... Дайте мне игрушку, ну, пожалуйста. Игрушка. Игрушка. Возьми. Я обожаю эту игрушку. Обожаю. Рисую. Я обожаю эту игрушку. Обожаю вас всех, подписчиков. Хотя вас сколько там? 152. Я знаю, я слышала недавно новости, что вы у меня не знаетесь. Было 155, теперь 152. Только что не знаетесь, наоборот, прибавляйтесь. Если не хотите прибавляться, не снижайтесь. Иначе я вот с этой игрушкой так бум. И, кстати, вот копия большой моей игрушки, маленькой. Так. Так, игрушка на подходе. Вау! Ура, моя игрушка. Маленькая копия мне больше нравится, чем большая. Что не замешает. Наоборот. Даже боюсь. Ну, а на этом всем пока. Вы были на канале Зарисана Kids. И если вам понравилось видео, конечно, вам понравилось, ставьте лайки на мой канал и подписывайтесь на мой канал. Всем пока! Дайте вам игрушку на память. Всем пока!